По сообщению Идовского спасательного центра, на прошлой неделе дважды происходил пожар на пустыре возле улицы Устехасе в Кохтла-Ярве. Горела куча мусора на незаконной свалке. Спасатели тушили огонь на одном и том же месте два раза подряд. Причина возгорания – поджог. По словам Евгении Парф, руководителя по коммуникациям Восточного спасательного центра спасательного департамента, подобные поджоги очень опасны для людей и экологии. Поджигая мусор, мало кто задумывается о том, какой вред он наносит себе и окружающим. Однако при сжигании бытового мусора концентрация угарного газа может быть такой же высокой, как и на улице с интенсивным движением автомобилей. При сжигании пластика и полиэтилена образуется множество токсикантов. А эти вредные соединения являются причиной большого числа смертельных случаев при пожарах. Там горел большой склад мусора. Конечно, спасатели приехали, потушили, но поскольку было подозрение, что имеем дело с поджогом, то спасатели уведомили полицию и, конечно же, департамент окружающей среды. Если вы увидели горящую кучу с мусором, то незамедлительно сообщите в службу спасения по телефону 112.